Всем привет! Я наконец-то к вам возвращаюсь. Нужно начинать потихонечку снимать для вас. Я соскучилась, с нетерпением ждала этого момента. Уже, если честно, немножечко уже начала отвыкать от съемки. Первые дни, конечно, мне этого очень-очень не хватало. Хочу сказать всем огромное спасибо, кто писал комментарии, поддерживал нас в этот трудный момент. Кто не знает, как я уже говорила в предыдущем видео, в коротеньком, что у Саши умер папа, и поэтому меня долго не было здесь с вами, что я не снимала все эти дни. Ну, в общем, сейчас я к вам возвращаюсь. Всем огромное спасибо. Мне, правда, очень-очень приятно. Ну и Саше, естественно, я рассказывала, что пишет соболезнования и все такое. Он передавал всем огромное спасибо. Надеюсь, что на этом эта пауза прекратится и начнется, в общем, новый этап в нашей жизни. И начнем снимать все по новой для вас. Буду стараться не отлынивать. И дай бог, чтобы таких пауз в нашей жизни больше не было. Сейчас что хочу сказать. Насчет отпуска, что там меня просили очень много подвести итоги, рассказать, там какие-то вопросы были, еще что-то, что Настя ты купила в отпуске и всякое такое. В общем, было очень много вопросов и комментариев по этому поводу. На это я все отвечу, но не сегодня, наверное, или может быть даже в этом влоге, но посмотрим, не обещаю. Сейчас я собралась ехать, как вы видите, я в машине. Сейчас я собралась ехать в магазин Aldi, наверное, поеду. Мы приехали от мамы сейчас. И, в общем, не купили, ну, не заехали в магазин, не купили фруктов. А Саша завтра на работу, и, ну, как бы он всегда берет с собой бутерброды, если у него, если он не ест там в обед на работе, и фрукты обязательно с собой берет. Так как мы приехали домой, у нас там осталось 2 апельсина таких помятых, такие, знаете, которые жалко выкинуть. Все лежат и лежат, как бы это, да. Ну и он говорит, фруктов нету. Я говорю, блин, забыла купить. И вот сейчас вот я вышла, взяла, в общем, бутылок, там целую кучу надо будет, в общем, побомжевать, сдать эти все бутылки. Потом купить фруктов и кое-что там, ну, по мелочи для дома, овощей каких-то взять, потому что в холодильнике место, где лежат овощи, там лежат только 3 огурца, больше ничего нет. Вот так вот. И что еще? Ну, в общем, поедем в Aldi, я закуплюсь, возьму вас с собой, покажу, как всегда, все, что я покупаю, как это происходит. Ну, в общем, увидимся уже там. У нас, кстати, еще одна новость. Саша наконец-то забрал свой велосипед. Классный, ему очень понравился. Мы его даже опробовали, съездили с ним в Бадемс. Я на своем велосипеде, он на своем. Я тоже немножко попробовала, но я до этого, ну, просто так, чуть-чуть возле дома попробовала его. Тоже прикольно. Электрический, кто не знает, да, мы ездили тогда, заказывали. Ну, я как-нибудь вам его еще сниму, покажу. В общем, он решил ехать завтра в этот на работу на нем. Я говорю, ой, как хорошо. Ну, надеюсь, если дождя не будет, в общем, он поедет на своем велосипеде новом. Погодка у нас сегодня классная, солнышко светит. Вчера было немножко пасмурно, ветрено, но это было и нам на руку. Сегодня прям солнечно. 33 градуса сейчас, 6:30 вечера, 33 градуса еще. Вот сколько я, смотрите, бомжую. Бутылок сколько. Одна, кстати, с Испании вот в машине валялась. Без этого, без фанта. Ее сдавать нельзя, так что я ее сейчас в мусорку просто выкину. Поэтому в руках несу. Все, идем с вами в Aldi. Полупустой. В общем, начала сдавать бутылки. У меня там автомат заэтовался, заполнился. И ждала, когда они придут. Никто не пришел. Я пошла, думаю, закуплюсь. Потом на обратном пути буду идти сдам. Полупустой, еле-еле там ходит пара человек. Купила вот такие яблочки сейчас, Ангебот у них, скидка,
89 центов сейчас килограмм вот они стоят. Потом ойра 29 и ойра 39 круассаны. Вот взяла еще нектаринки. 1,9... Нет, это я не эти взяла. Подождите. А, нет, правильно, вот ихняя цена. 1,99 и персики 2,29 я взяла. Потом вот эти вот 500 грамм абрикосики вот эти взяла. Две штучки. Ойра 69. У меня вчера бананы еще просил. Надо взять бананов. Ойра 9. Вот бананы сейчас возьмем. Прям все накидано тут. Чего только нет. Так, воды мне нужно было взять еще. Но воду я здесь не буду брать. Там немножко есть у нас. Я потом съезжу лучше в Лиду. В Лиде мне больше вода нравится. В Алде не нравится вода. Взяла еще ушные палочки. 79 центов у нас кончились. Стали ужасные. Прям невозможно и в мусор в них ложить. Они прям расползаются на глазах. Так, это у нас все есть. Так, сделали они. Пойдем бутылки дальше сдавать. Потому что я половину бутылок сдала, а половину вот вожу с собой. Не стала ждать 3 дня, когда они там освободят это все. Будем сейчас дальше скидывать. Мандаринки 1,99. Сейчас скажу, 750 грамм. Не знаю, появились, в общем, взяла. Не знаю, как они. И морковку взяла на развес. Не посмотрела, почему. У нас, смотрите, что происходит тут. Уборку решили посреди рабочего дня, в общем, произвести. Туда с тележкой не пройдешь. Вот так вот, в общем. Так, лук мне нужен был. Я думаю, лука нет. Сейчас возьму маленькую сеточку. 89 центов. Смотрите, сколько здесь. Килограмм. Что еще? Картошка. Ойра 59. Ну, картошка у меня, по-моему, есть. Не знаю даже. Картошку я не буду брать. Вот эти плоские персики, они тоже вкусные. Можно взять. Ойра 49 стоит. Сколько здесь? 500 грамм. Возьму, наверное. А ну-ка, что-то здесь побольше, здесь поменьше. Ну, все 500 грамм. Просто персики большие, да? Вот, вот этот сырок. 99 стоит, 2 штучки я взяла. Сейчас надо еще какой-то сыр взять, потому что дома сыра нет. А вот этот тоже старый, вот этот тоже вкусный. Как его назвать? Гауда вот этот, альт. Старый, он такой как сухой, подсушенный немножко. Тоже его любим. Что еще? Сейчас посмотрим, что еще здесь есть. Я еще взяла паприку, вот сосиски 2,49, вот эти куриные. Паприку не посмотрела, почем, потому что там этот мужчина моет, в общем, регалии ту от, как полку отодвинул. В общем, мне удобно было, я быстренько пробежала, схватила. Вот так вот. Что еще? Сейчас возьму, наверное, пиццу. Ну, это про запас, знаете, так, чтобы в морозилке лежало, если вдруг что, чтобы было. Обычно беру вот такую, 3 штуки, и потом сверху сыр еще кидаю, специя, как бы, пойдет. Она, кстати, стоит, я вам не показала, сколько она стоит. 2,79. Такой сыр взяла, тертый уже. 1,99. Здесь 250 грамм. Что еще? У них на этой неделе, видите, на айран скидка. 29 центов. А так 40. Ой, все есть, яйца у меня тоже есть. Так, в принципе, больше ничего не нужно. Скидка еще. Кто кофе пьет такой? Ойра 79, а так за 10 ойра банк. Все, все, вышла я. В общем, кому интересно, бутылок я сдала на 10 ойра 75 центов, а вся моя закупка стоила, получается, 38 с копейками. Вот так вот. Сейчас я вам покажу, сколько я купила. Вот она моя закупочка. Ну, в принципе, тут такое, овощи, фрукты. Мясо я никакое не покупала. Сыр чуть-чуть, вот сосиски. Ну, я вам, в принципе, все показывала. Айранчика 4 штучки взяла по 29 центов. Тостерный хлеб. Все, лук. Как всегда, круассаны. Круассаны наши подорожали, кстати. Когда мы уезжали в Испанию, они стоили 1
сколько же, 1,19, по-моему. И сейчас мы приехали с Испании, они стоят 1,39. Вот так вот цены растут. Что еще? Ну, в принципе, все, помидорок я вон 4 штучки взяла, так для салата, потому что, ну, я, как говорила, мужчина там мыл и все перекрыл, я ни овощей, ни фруктов толком не видела, так похватала, только вот с одной стороны мне удалось посмотреть фрукты, с другой стороны все было перекрыто. Вот такая вот закупка, сейчас буду все складывать и уже поеду домой. Я уже домой, что-то я сегодня такая уставшая, в принципе, сегодня ничего такого особенного мы не делали, только единственное, ну, съездили к маме там немножечко пообедали, там поубирали немножко. И этот, в общем, или после вчерашнего не отошла еще. Потому что народу было много, берег убирали, там делали все. Ну, как бы, ну, сами понимаете, в общем, я не знаю, я не хочу сильно в подробности вдаваться. В общем, на этом я устала. Еду и думаю, у меня все мысли о том, что мне нужно переделывать маникюр сейчас. Мой маникюрчик уже 5 недель. Сегодня меня уже начал тревожить один ноготок. Что-то он там задеваю, как-то больновато. Смотрите, как они у меня отросли там. На этой руке уже один сломался у меня ноготь. Я его подпиливала там, это в Испании было. В общем, поотрастали, как я не знаю, что такие страшные. Педикюр надо переделать, маникюр переделать. Но я ничего не делала, потому что, во-первых, времени не было, во-вторых, ну, я думала, дождусь уже, все закончится, как потом уже займусь этим всем маникюром и педикюром. Вот так вот. Приехала уже домой. Так, а что-то я проехала мимо. Ну ладно, отсюда. Сейчас Саша позвоню. Саша придет, заберет у меня этот сумочки мои. У нас еще впереди предстоит у моего старшего сыночка день рождения 20 августа. Справлять мы, естественно, не будем, но так можем для себя, для, ну так. Обед и тортик я спеку, конечно, ему. Просит у меня, в общем, мой 16-летний сын подарок у нас с Сашей. Присылает мне ссылочку, кроссовки за 260 евро. Я говорю, сынок, ты чё, блин? Он говорит, мам, это всего лишь 260 евро. Вы мне на 14 лет подарили самокат за 500 там с лишним евро. А мне сейчас 16, ну, типа, совершеннолетний почти, там, ну, не совершеннолетний, как это называется. 16 лет, типа, такая дата, что нужно хороший подарок подарить. Я говорю, сына, я говорю, ты не обнаглел. Я говорю, если тебе подарили один раз дорогой подарок, это не значит, что с каждым годом ставка будет повышаться. Я говорю, мы тебе его подарили, потому что думали, ну, что ты будешь на нем ездить в школу, так как у тебя не было велосипеда хорошего. Ну и поэтому мы как бы вложились, купили тебе такой хороший подарок, да? Ты его хотел. Он такой злой. Папа говорит, блин, охамел, говорит, подарок за 260 евро. В принципе, как бы это, да? Ну, с одной стороны подумать, ну, как бы это, в принципе, не сильно большая сумма, но с другой стороны у нас сейчас такие растраты и как бы лишних денег нет, да? Но и обувь за 260 евро, я считаю, что это перебор. Потому что, ну, нога у него, он сейчас подросток, нога растет еще. Если бы, ладно, была, она не росла, и он там носил эти кроссовки там долго, ну... В общем, вот такие запросы у моего сына. Я не знаю, подарим мы ему их или нет. Но папа не в восторге от этого запроса, в общем. Посмотрим. А другого он ничего не хочет. Я говорю, может быть, тогда лучше телефон новый, потому что телефон у него как бы тоже не новый. Уже ему, я не знаю, ну, года 4, наверное. И я говорю, может, тогда лучше новый телефон? Он говорит, нет, телефон мне не надо, я хочу кроссовки новые. Вот так вот. Ну все, буду звонить Саше. На сегодня я с вами попрощаюсь. Увидимся с вами завтра. Надеюсь, будет все хорошо, и я смогу вам записывать опять видео. До завтра. Пока-пока.
Пишите комментарии. Жду. Буду с удовольствием на них отвечать. Ставьте лайки. Пока-пока.